Всем хаюшки, и на этот раз мы изучаем Proper Skins. Тут все предельно просто. Model to apply to. Имя нашей Proper Model. Material to replace. Первоначальный скин нашей модели. Ну, то, что по дефолту на нее натянуто. Скин. Тут можно выбрать до 14 возможных скинов. Вы сами выбираете, какой использовать из библиотеки текстур. Вот и весь урок. Смотрим на результаты и радуемся. Благодарю за внимание. Увидимся в новых уроках. А если вы хотите помочь проекту, поставьте лайк, подпишитесь или накиньте пару монеток автору уроков на чаек. Bis bald, my friend.